Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Купринов Плей, мы с вами продолжаем Doom, нам тут желают гореть, умереть, вообще убиться и нечестно, короче, злой битругер, козел, говно, вообще, страдай, еще добавил он нам до кучи, прикинь. Я пока, ух, нихуя, нихера себе. А, этих мы, я думал, это Халки, короче, с пилами пошли, я уж обосрался, их же не убью. Это как его? Пока грузился, короче, уровень, я прочитал, что комплекс Дельта, 4-й сектор, это сектор с самым, короче, засекреченным порталом, и что то, куда ведет портал из этого сектора, просто не, уму не поддается, и никто не знает, куда он ведет, только высший, короче, состав об этом знает. Поэтому я так понимаю, что здесь нас ожидает полнейшая адская жопень. Так как если бы все об этом знали, то здесь бы не было ничего страшного, ничего такого особенного. Но об этом никто не знает, поэтому здесь все очень и очень плохо. Шкаф номер 104. Попробуй-ка вспомнить от него пароль. Я, если честно, не помню, что где-то был такой пароль. Так, задать код шкафа. О, спасибо. 5, 7, 9. Хорошо-то! Хорошо-то как? Спасибо тебе, дружище. Ах, как он долго раскручивается, а? Как же, да, сука. А, в муках. Я думал, меня уже обзывают, представляешь? Это все, это портал тот самый? Ух, нихера, он здоровый, короче. О! Паскуда! Он, бляха-муха, управляет, короче, порталом, телекинезом каким-то. Он, сука, слишком прошаренный, чё? Что? Не, я как бы не против был бы с ними посражаться-то, но... Ебать его в рот! Я думал, он будет один! Какого хера здесь два-то, я не... Ух, нихера не хлёстый! Хлёсткие ребята! Мать их в голову! Ебать, короче, это плазма жесткая. А есть аптечка-то где-нибудь какая-нибудь? Я пошел. Нет, окей. Не пошел, прикинь. Дайте аптечку в конце концов, алё, ребятня! Ой, я умираю. Ой. Во! Ой, бляха, откуда я загрузился-то? Ой-ой-ой. А, дело-то в чем? Дело-то в том, что, как бы, давайте, знаете, как вот здесь F5-ку я нажму. Во-вторых, я, наверное, возьму... что я возьму? Я возьму, наверное, вот так вот. Да? Окей-ушки, еще раз F5-ку и погнали. Окей, на-ка, сука, на-ка, тварь, на-ка, падла, ага. Бляха, как отсюда слезть-то, иди ты, твою мать? Ох вы. Блядь, да это плазма, что, самонаводящийся, что ли, я не пойму. Какого хера он так меня пробивает-то? Нет, тут, по ходу дела, надо использовать БФГ! Ебать его в рот. Вот это они пробивают меня за здрасте прям. Ладно, давайте использую БФГ. Без проблем. У меня есть. Я вообще, я настроен, серьезно. Опачки. А, суки! Сейчас покажем, кто здесь главный. На-ка, тварь. Есть один. Хорош. Так, ладно, оставлю БФГ до лучших времен. Давайте-ка сделаем вот так вот. О-хо-хо! И сюда, мудила! Я в него не наступал. Здорово, превьюшка. Как поживаешь? Ай, хорош, что ли, в натуре превьюшка. Вот это поворот. Это меня куда? В ад затащило? Там же они в ад куда-то портовались. Я, походу, дело в жопе. Ебать его в рот, в натуре, прикинь. Я, где оружие? Твои худшие страхи станут реальностью, и душа твоя верит в аду. Тебе не скрыться, я везде, и тебе не найти того, зачем ты пришел.
Да я зачем пришел-то? Я выжить пытался, Битруген, ты что доебался до меня? Не найдешь, да не найдешь, не найдешь, да не найдешь. Да не ищу ни хера, я жить хочу и на землю. Где моя БФГ, что за говно? Мне дали пистолет и дробовик, прикинь. Пистолет, мать его, и дробовик. Все, мне больше ничего не дали. Красавцы, мать его. Просто прям молодчики и в пяточку, и поехали. В чем проблема-то? Эти не встанут же? Бляха! Ой, ой-ой-ой, больно-то как. Что-то нихера себе здесь. Какая больная вообще местность-то. Не успел, прикинь, пяткой просто задел эту херню. Уже, блядь, 50% здоровья ушло. Ты кто? А-а-а. Дайте БФГ. Пацаны, есть БФГ? А если найду? Суки, они не боятся меня. Ну ладно. Что это? Ну здесь хотя бы безопасно. Ой-ой-ой, я говорю, хотел сказать, здесь я хотя бы не упаду, а я упаду, прикинь. Это кто? Это адские плазмометчики, прикинь. Адские фаерболисты. Никчемные засранцы. Я вас там, блядь, убивал, я и здесь вас всех убью. А где мой БФГ-то? Он все, просрался с концами, что ли? Так нечестно, не чеснок это вообще. F5-очка, это ад, да, я так понимаю? Ха-ха-ха-ха. Ты вот это весело, конечно. А и фонаря нет, представляешь? Охереть, как все плохо. Ни фонаря, ни БФГ, ни хера нет. Кто плачет, кто-то жив здесь, значит. Да ну нахер, слышь, без БФГ-то я как тебя убью-то? Ага, охереть, ты молодец. Слышь? Ха-ха-ха, слышь, малыш, сдохни, падла. Вот так-то, сука, так-то на. Ой, бляха, мотыльки эти сраные. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй, суки, до меня здоровый ликотку ни разу, вы что делаете, засранцы? Блин, тех, значит, можно было так же с дробыша просто вывалить и все. Еще где-то есть. Так, я не понял, а где все мое оружие? Это что за... А, это аптечка. Ой, бензин! Ой, спасибо, ой, большое, просто хоть за что-то. Да. Это, конечно, хорошо. Но не то, что я просил. Где мой плазмоган? Где мой плазмомет? Где мой БФГ? Где мой автомат, блядь? Где мой пулемет? У меня столько оружия было! Верните, сволочи! Верните, я вас прошу, пожалуйста! Я все это столько собирал, столько копил, его взяли, у меня все испиздили. Суки! Чего такое? Та-та-та-та-ра-та-та. Пу-пу, сейчас, сука, расстреляю всех просто в край. Ой, аптечки. Ой, как хорошо. У меня мне возвращаю. Так сказать, возвращаемся к тому, с чем падали. Правильно? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блять, головы, 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 это плохо. Головы, это вообще не к месту сейчас. Ага. Тихо, тихо, да ну нахер! Ебать его в рот! Опачки, аптечечки. Так, это... бляха, у него патроны-то улетают, смотри, прям в никуда. Просто-просто очень быстро. А что здесь за комната, что я здесь подбирал? Смерть? Не, я не хочу. Убивается? Нет. Блин, плохо-то как? Верните оружие, суки. Оружие верните, сволочи! Фонарь хотя бы отдайте. Я хоть... Ой. Я хоть с фонарем похожу. Так, подожди, а там чего? Где я сюда что-то... Эй. А, о. А, это одно и то же, ну окей.
Без проблем. Эй, в пяточку. Я не провалюсь тут, надеюсь, никуда. Чё это? Кто это? Ух ты. Вот те раз, смотри, короче, не понял, что случилось. Просто не понял. Провалился. От чего? По-моему, от головы. Где голова? Нахер. Ага, точно от головы, смотри. Сучиха. А, еще одна летит, смотри. Ну-ка. Тряпки, да я вас сейчас с пистоликом всех нахер выхлестну, поняли, нет? С пистолика, с одного прям хлестану всех, паскуды. Сохраняться надо было, сохраняться-то кто у тебя последний раз, когда я говорю? Сохраняйся, я тебе говорю. Откуда она летела-то? А, вот так. Ага. Оп. Она вас тоже... Ебать тебя в корыто, слышь ты, дружище, ты... А против них тоже работает присядка, прикинь. Вообще красота. Падаю только частью, ну ладно. Смотри, просто проверка. Нет, не работает. Работает когда-то, когда-то не работает. Спокойно. Ой. Ладненько. Так, вот сейчас стоит в пяточках, хорошо. Теперь поехали дальше. Главное не навернуться. Потому что, когда мы наворачиваемся, все очень и очень печально. Не падай. Не падай. Не падай никуда, сука, опять лазь. Пошла в жопу. Пошла в жопу. Промахнулся, ну ладно. Эх ты, где ты, гнида? Их, блин. Самая главная херня от этих голов, это то, что их не видно, когда они тебя атакуют. Непонятно, куда они пролетают, где они, суки, живы, они мертвы, попал ты в них, нет. Ой. Едри, твою. Я сейчас так на них просру все свои обои. Ой! Ладно, с пистиком походим. Что-то тут как-то сложно. Ебать его, тихо. Эй, бля, так не прокатывает, да? Ну ладненько. Так, но эти черти уже не сложные нихера. Иди сюда. Ай, подполз! Подполз прям к нему в упор! О, я, бляха, покажу, как на дробовик налетать. Прикинь, пришел один какой-то спецназовец с какой-то ебаной никчемной земли, они же так считают. И все, и с одним дробовиком, блядь, весь ад положил. А чё, а фонарика-то нету? Ой, фонарика-то у меня нет. Я и забыл про то, что у меня фонарика-то нет. Хоть пулемет есть, ладно. Только я не понимаю, нахер он мне нужен. Кто там? Ой, уйди, сейчас не до тебя. Да уйди ты в жопу, я сказал. Блять, отстань от меня, сраный шлепок. Да иди ты, твой мак. Кто там такой? Ты кто, мать твою? Ты кто, я сейчас... Да ну нахер. Ой-ой-ой, ай-ай-ай, все. Помер, ладно, все, хорош, помер, ну похер, ладно. Нет, сука, хуй вам. Еще не помер. Сдохни, тварь! Так, чем бы его взять-то? Взять-то его чем бы? Пошел в жопу. Да ты хорош, блядь, ты сдохнешь, нет? Сраный шлепок, блядь, глиста ананаса. Блядь, они бесконечные, что ли? Ай, ты чё? Завязывай ты с этим нахер, слышь?
Охереть! Пиздец! Про кнопку F5-то все уже забыли, по ходу дела, да? Ну ладненько, F5. Будем почаще, значит, этим заниматься. И сюда, гнида! Голова сейчас полетит, я помню. Не понял. F5. Еще одна. Тихо. F5 после каждого выстрела сейчас будет. Просто прям после каждого выстрела. Ага. Есть одна. И сюда, говно. Не понял. Прощай. Хедшот. Тут как ни попади, везде хедшот. Ага. Блять, вот эта гнида мне здоровье много сняла. Ай, тварь! Да ну нахер! Нет, нет, не убивай меня, не убиваем, пацаны! Не надо! Еще где-то один, ну там аптечек до хера, ладно, выживем. А, блядь, там аптечки были, а чё я тупанул тогда? Опа. Бляха, тут же реально были аптечки. В чем проблема была их использовать, я не понял. Ну ладно. Тихо, 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 пиздюк, 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 пиздюк. Пиздюка не трогаю. Зря я так бежал. От пиздюка надо бегать, он постоянно, короче, респавнится, это плохо. Где ты? Где ты, черт? Где ты? Где ты, я тебя спрашиваю, бляха-муха? Так, пиздюк, иди. А где этот здоровый-то? И че, убил? Я, бля, убил его! Убил я его, убил! Натуре, что ли, убил? Ой, Петюня, не забываем про FP. Я убил, каким боком, где я, блядь, его убил? Я не понял, но я убил его. Я убил. Ой, плазма. Ха-ха-ха, плазма. Смерть, это еще не конец. Моя душа будет вечно гореть в аду. Окей, чё. В аду тоже есть лифты. Если чё. Эй, F5. Кто это? Чё это? Чё за говно? Блять, бонус, 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 бонус! Сейчас будет мясо, мясо, мясо. Это же херня очень сильно помогает мне убивать всех подряд. Да? Ну и чё? А чё, кто-то пойдет? Нет? Блин, это же бонус, да? Он дает очень сильный прирост, короче, ко всему. Давай сделаем вот так. Сколько патронов возьми-то? К плазме патронов-то нет, ни хера. Ладно, давайте вот так. Быстрее, 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 быстрее всех убивай, 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 убивай всех, убивай! Вот, точно, точно, бонус, хороший, хороший, хороший бонус. Вот этого первым делом. Уйди, 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 собака. Хорош, 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 хорош. Где еще здоровый? Здоровый есть что? Есть здоровый, нет? Уйди нахуй. Все. Вот. В этот раз я бонус использовал хорошо. В этот раз я нормально все сделал. В этот раз я красавыл. Ты кто такой-то? Ну, и сюда. В этот раз нет. Ну, а в прошлый раз, в принципе, убивать было некого. О, блядь, опять этот говнюк. Ну, а, это за колонной-то вообще бесполезный. Ты в курсе, нет? Ой, блядь. Ну, иногда полезный, ладно. Ах ты, сучёныш. Стой, скотина! Тихо, перезарядочка. Лошара. Ну, мы уже, в принципе, привладыкались. В принципе, все. Что это за иероглифы такие? Это от меня или кто это следит?
Нет никакого больше оружия у меня спрятанного. Блин, у меня столько патронов было, а? Столько патронов у меня было, и все куда-то всперли. Лучше бы я их всех выстрелил к хуям. Я так понимаю, это новые патроны, это не мои, потому что моих было гораздо больше. Так, плазму вижу, отлично. Каждый шаг — это сохранение. Постоянно нужно сохраняться. Это все мое. Все мое, никому не отдам. Собаки, кто откуда идет? Идите сюда. Так, это тупик. Что за прикол? Блин, это реально тупик. Как так-то? F5-ка. А, что открыли мне, спасибо. Блин, я столько всего понабрал. Ай, плазмы нет нихера. Причем плазмы прям кот наплакал какой-то. Маленький такой плачущий кот. Ой, Саймон Гарлик, хорош. Ой-ой-ой-ой-ой! Спасибо! Так, спасибо и спокойно. Сначала зачитаем, давай, ой, не туда. F5-кой зачитаем, давай посмотрим, что за херня здесь происходит. Так, Саймон Гарлик. Отстал от группы. Научный сотрудник Саймон Гарлик. 8 августа 2145 года. Я, похоже, потерялся. Не знаю как, но остался один. Здесь все так. Здесь может быть все, что угодно. Я собирал образцы, обернулся, никого нет. Вот стою, поворачиваюсь, и никого. По радио никто не отвечает. Они как будто испарились. Только инструменты валяются и всякие мелочи. Как будто они вдруг бросили работу на середине и исчезли. Здесь не наш мир. Тут нельзя верить ни глазам, ни чувству времени. Надеюсь, они просто перешли в другой сектор и ждут меня там. Я отправляюсь на поиски. Саймон Гарлик, конец записи. Окей, Саймон Гарлик, все еще не нашел своих. Научный сотрудник Саймон Гарлик. 10 августа 2145 года. Прошло двое суток с тех пор, как я последний раз видел наших. Не знаю, как мне удалось протянуть так долго. И как я вообще остался в живых. Их просто порвали в клочья. Это демоны. Другого слова не подберу. Никогда не видел, чтобы такая здоровенная туша двигалась с такой скоростью. Господи. Куда же мы попали? Зубы. Так и стоят у меня перед глазами. Зубы и звуки неописуемые. Не сомневаюсь. Рано или поздно они меня найдут. Играют со мной, наверное. Отпускают побегать, как кошка, мышку. Иногда я вижу их во тьме. Зачем они меня дразнят? Не знаю, сколько я еще протяну. Я стреляю по теням и каждую секунду чувствую, как эти твари подбираются все ближе. Зачем мы только... Чё только? Все, конец? Не, что-то еще идет. Идет, вон запись идет. Или кончилось? Блин, а пауду можно бесконечно бегать. Смотри, выносливость не тратится вообще. Хорош. Прикольно. Почта. Хизер Элейн, ожидание экспедиции. Саймон, я знаю, что вас направили в экспедицию 14А2. Мы надеемся, что ваша экспедиция сможет достичь нескольких целей. Поскольку вы знакомы с найденными табличками, мы хотим, чтобы вы нашли схожие артефакты по ту сторону главного портала. Аналогичные письмена любого рода следует сфотографировать и по возможности взять с собой. Тем не менее, в первую очередь мы бы хотели захватить еще несколько живых образцов. Мы уже получили несколько маленьких существ, так называемых бесов. Теперь хотелось бы захватить хотя бы одно существо покрупнее, которое называют Бароном Ада. Предыдущие экспедиции сообщают, что видели их в районе выхода главного портала, то есть в точке, куда вы попадете. У вас будет с собой оружие, но если возможно, вы бы просили... мы бы просили не убивать... а только обездвижить существо. Нам хотелось бы получить живой экземпляр. И последнее. Путешествие через портал вызывает разнообразные реакции. Мы хотим, чтобы вы постоянно вели аудиодневник и описывали все свои ощущения, мы их потом проанализируем. Так, уникальность. Саймон, в рамках подготовки к вашему прыжку на следующей неделе я хочу проинформировать вас еще об одной группе задач, которую мы ставим перед вами. Поскольку главный портал не действовал уже несколько недель, у нас не было времени разобраться с некоторыми физиологическими отчетами.
по ту сторону портала, внимательно следите за своей выносливостью во время движений и работы. Многие, побывавшие за порталом, отмечали отсутствие усталости, а другие вообще работали как заведенные, не нуждаясь в отдыхе. Одна из групп называла это Геракловым комплексом. В любом случае, записывайте любую дополнительную информацию, касающуюся этого феномена. Спасибо и удачи. Я же говорю, выносливость не тратится. Хорош вообще. Так, ладно, что, поехали? Зачитали, прочитали, погнали. Дальше погнали. Как все нормально, пока и в пяточку еще разочек и вперед. Блин, здесь фонаря нет, вот что херово-то. Здесь нет моего фонаря, это меня печалит. Я же не могу заглядывать в темные уголки, а вдруг там кто-то есть. Кто-то появится, смотри. Оу! Эх, бляха. Тихо, чувак, спокойно, спокойно, чувачок, спокойно. Драть я тебя хотел, нахер ты мне нужен, что я стрелять буду. Блин, блядь, голову, тихо, тихо, тихо. Обошлось, да? Да, молотилка меня не схавала, это хорошо. Главное, чтобы этот мудила остался позади, мне надо было его убивать, потому что у него патроны до хера уходят. Его надо будет из пулемета раздать. Тихо. С какой стороны? Где ты? Ага, вижу. Иди сюда. Бух! Бух! Ей, дрейф, твою мать, бух, я говорю. Пошел-ка ты в жопу. Не хочу я с тобой связываться. О, нормалек. Блин, я реально не буду его убивать. Да сколько вас там, пацанва? Ай, блядь. Не, как ни крути, а присядка все равно работает. Работает она, ну бывает, что работает. Просто если очень четко подгадать момент и присесть, то они не попадают. И это хорошо. Опа, дробовик вообще решает сейчас, спокойно. Так, тихо. Не хочу тратить вообще ни капли здоровья. Просто не хочу. Опа, блядь, не сработало, ну ладно. Слишком поздно, видать, надо было пораньше чуть-чуть. А может быть и нет. F5-очка. F5-ку всегда надо нажимать. Постоянно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Ай, блядь. Тихо. Не все, что ли, еще? F5-очка. Блиха, вот тут в этом аду, короче, жопа какая-то происходит. Страшно тут, опасно. Огонючки, огоньки, сдохни. Сдохни. Все что. Да ядрить твою, и чё? Прокатило, прикинь. Прокатило, присядка на. Тихо. Раз через раз. То прокатывает, то нет, то прокатывает, то нет, то прокатывает, то нет. Ай, сраные головы, тихо. Да, блядь, дай мне пистолет. Так, патронов для дробовичка что-то маловато как-то становится. Меня это уже напрягает, если честно. Так, как это взять? Окей, тихо. Кто это был сейчас? Что случилось? Кто пришел? Что все задрожало-то? Вроде никого. В аду доски не сприкинь. Тихо. Кто это был? Откуда в аду доски? Что это за херня? Где здесь плотники какие-то живут, что ли? Чё? Окей. Чё так гузло? Да бляха, муха тебя, сука. Ай! Не! Ой! Говнышивый кругло! Да сраные головы! Почему в аду головы? В аду должны быть метальщики, хуйни этой всякой, а не головы. Так, поехали, ладно.
350, и то скоро перебор будет, вообще будет жалко. И в пяточку, поехали. Выходим! Все, что ли? Да ты угораешь, где остальные-то? Вы кто, алё? Ух ты, нихера себе. Так-то ребята серьезные, судя по всему. Да алё! Прикинь, с дробыша в упор не сносится с одного выстрела. Чё за говно? Ай-яй-яй. Так, F5-ня... Нет, F5-ня вот сейчас вот. Потому что у меня не дробовик. Блять, опять этот гандон. Ебать, и голову еще что ли до кучи? Ну вот, не хватало от голов-то сейчас помереть, слышь, чего? От голов вообще так-то помирать неохота. Особенно, когда ты здорово ввалил с дробыша. Бляха, срочно нужны... Ой, вот они. Спасибо. F5-уня. Блин, вообще, мне постоянно... Вау! Я постоянно достаю фонарь. Я не привык без фонаря ходить. Ой. Сука. Фаерболисты. Никчемные создания, прощай. Следующий. Эй, нихера себе ты стойкий. Еще. Бляха, дайте аптечек, ты слышь чего? Вижу одну, хорош. Отлично. Ой, что-то еще там БФГ, это БФГ. Зеленая, сука, БФГ по-любому. А, нет, может быть аптечка. Но лучше было БФГ. Ёб твою мать, да что же вы делаете-то? Плазма БФГ, да, еще бы саму БФГ найти. Нихера себе. Это поворот. Да, блядь, из дробовика быстрее их убить, по-моему. Серьезно, что ли? Они не берутся вообще из этой плазмы. Ладно, один убился. Хорошо. Ай, говно. Да сдохни ты уже, ебать тебя! Ну что ты делаешь-то? По-моему, застрял. Найс. О, какие же они жирные и неубиваемые! Это вам не Халки! Халки, это вообще подарки были по сравнению с этими ублюдками! Так, я нашел плазму БФГ. Осталось найти саму БФГ и будет счастье вообще там. Пять! И сюда! Бух! 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 Да. Плазмомет и плазмоган просто нахер могут идти. Дробовик... Ой, патронов как мало для дробовика осталось, это плохо. Ой-ой-ой-ой. БФГ. Спрятали, прикинь, собаки. Кто там появился, где?
Спрятали от меня БФГшечку, сучата! Кто появился-то? Ой, блядь! Прям перед носом убилась. Отлично-то как. Замечательно-то просто прям. Красиво, хорошо. Давайте, короче говоря, на этом закончим, потому что просто очень сложная локация. Я не могу, у меня патронов нет. Я всю игру проходил, у меня было практически по максимуму всего. А тут зашел, сука, в ад, ни того, ни этого, и здоровье выхлестывают. И постоянно меня пытаются все подряд убить. Это же нехорошо, это отвратительно. Это прям фу, сука, в следующей серии. Мне кажется, в следующей серии будет конец, потому что сколько можно по аду путешествовать, надолго не получится. Но посмотрим. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. Всем до встречи в следующей серии, ребят. Жду всем. Пока. Раньше здесь был мат.